Всем привет! Сегодня с вами Даша и Алена. Сегодня мы будем, играть пони крыло для лошадок. Да не сюда. Тут нажимаешь, а вообще не сюда надо было нажимать. Надо было. Алена, ты что отбираешь? Надо было попросить, Дашенька. Моя сестренка дорогая, ну дай мне, пожалуйста. А я не хотела. Давай. Это не это, надо сначала по порядку. Мне это. Она же такая красивая. Фу, сердечки, фу. Не, фу, она любовь. Любовь? Сама наша любовь. О, можно воду. А давайте будем делать божьих коровок. Божьи коровки круче. Да, круче. А, не вот эти вот. И теперь, знаешь, что божьи коровки здесь, божья коровка нет, значит это. Нет, значит это. Нет, это некрасиво. Красиво. Ребятки, напишите в комментариях. Вам нравится какой цвет? Ну, по виду серый, голубой. Вот так. Мы выбрали серый и золотой. И ой, оранжевый. Теперь я выбираю. Я хочу это. Фабулес. Что она такая некрасивая? Вот это наоборот красиво. Ну, я и так хотела. Если ты... Вот так. Ну, блин, это драконьи. Хочешь, чтобы она была дракон? А? Нет. Нет. Фоткаем, фоткаем. Все, нажимай фотки. И... Нажимай на стрелку. Даша, можно... И спите. Можно по три раза? Нет, по два. Нет, давай по два. Выбирай. Нет, я хочу. Нет, я хочу. Потом ты, Даша, эту. А потом я, потом ты, потом я, потом ты, потом я, потом ты. Ну, поняла, да? Ага. По два раза. Кстати, ребятки, пишите в комментарии, какие вам игры нравятся, детские игры и как ты Roblox. Мы скоро заснимем очень-очень интересную карту. Я стопудово говорю, что мы не все. Пройдем. Сейчас мы будем в таблицу будем класть. А что, снялось видео? Вот это да! Спингос! Да, ребятки, я что-то не знаю. Мы сейчас в столице будем класть. В столице. Мы в столице будем это класть. И в столице до класочек придет. Ну, конечно же, Алена. Если ребятки, любимые мои ребятки, напишите в комментарии, как вас зовут. Меня зовут Анона. Нет, меня зовут Анона. Ладно, пишите ее. А меня зовут... Даша. Нет, не Даша. Кстати, ребят, пиши в комментарии, как меня зовут. Я на каждом видео почти буду сегодня с вами. Да, вот это и Алена. Перемотайте видео назад и посмотрите снова. Я вас жду. Каждого свой. И вот этот... О, смотри, у нас будет учиться цветный. Все. И как меня зовут? Конечно же, Даша. Было вино. Даша, ты же Даша? Да, я Даша. Конечно же, Даша. Значит, тебе надо оживенькую. А давай еще вот так сделаем. Так будет лучше. Ой, что-то... Не вижу же, есть лозовья. А вот это еще одну звезду будем делать. Вау, какой красивый дизайн. Давай, нажимай на кнопку.
да, красиво. Wow, her hair looks amazing. Ленка пытается нажать на цветочек. Ой, какой цветочек. Давай нажимай. Давай нагревать. И тебя будут все представлять. Lovely. Все, Андрюш. Все, Андрюш. Все, нажимай на кнопку. So pretty. Все, нажимай на кнопку. Давай нажимай на стрелку. Да на стрелку надо было нажать. Опять фоткать. Может быть, надо удалить? Так будет лучше, да? У то одно и то же не варит. Давай на крестик. Теперь я. А потом ты. По очереди. Да что ты мне клала? Ой, все, или что мы... Давай не будем. Что нам папа сказал? Вот скажите нам, ребятки, что нам папа сказал? Подумайте. Играть по очереди. Да, а ты уже... Ты уже третий раз играешь, а я ни одного. Вы как думаете? Вы как думаете, ребятки? Play more and get more trophies. Я вторую лошадку получила. Первую. Третью, я сказала третью. Ради третью лошадку. Не третью, а первую. Не третью. Тебе три. Неправильно ты ничего говоришь. Ну чё? Чё там зависло-то? Давай мне когда телефон. Ну тогда мне давай. А чё ты со мной споришь? Да ты со мной споришь. Всё, я с тобой не буду дружить. Ну не нужно. Да-да. Pour some rose oil. Ну, пусть обижай. Pour some bubble bath. Pop the bubble. Нормально? Да. То есть ты специально выходишь, да? Ну так ты специально выходишь. Не-не-не. Да-да-да. Ладно, давай быстрее. Время-то уже без 10:08. Welcome to the resort. Пишите в комментарии, ребятки. Ребятки, ребятки, мои милые ребятки. Что же вам нравится больше всего из фруктов? Правильно напишите. Ну что вы стоите? Если вы не напишите комментарий, то знаете что? Я не буду это снимать. Подержи. Наконец-то. Хотя бы мне. Только не хочу это. Да, ну пожалуйста. Я хочу другое. Вот это. А, мы это же играли. Welcome to the resort. Чё ты? Help Wendy to fly again. Вау, смотрите. Молнии или там железки. Oh, no. Look at those spots. Надо ещё замазать. Я знаю, но надо сначала выполнить это задание. Блин. Все, замазали. Замазали. Теперь надо пластырем. Ну блин, что не бьется пластырь? Ну пожалуйста, бей здесь пластырь. Теперь надо абракадибли-дибли. Да-да-да-да-да-да-да. Чтобы зажило. Да-да-да-да. И у нас нет этих ранок. И поставим новые крылишки. Это сюда. Мне кажется, что они как-то помялись слегка. Ну ничего. А где последний? Абракадибли-дибли, чтобы я это зажгла навсегда. Вот это да. Как красиво. Надо нам покрасить радугу. Это синим. Все, покрасили синим.
А дальше? Very good. Зеленым. Давайте побыстрее зеленым. Но это же не по порядку. Синий и зеленый. Now paint it with red. Потом идет красный. Вот, все правильно теперь, да? Теперь надо разными цветами, чтобы было так легче. Это так. Это голубым. Как всегда, голубой. И, конечно же, фиолетовый получится. Каждый охотник желает знать, где стоит фазан. Конечно же, фазан. Уи! Можно полетать. Облако, не могу врезаться в него. Иху! Облако опять! Еще раз облако! А, не, можно на них наступать. Там монеточка была внизу. О. Оп, оп. Вот это да, она уже над радугой. Yeah, good job, good job, good job. Опять? Ну, давайте прощаться. Ну, и ты еще поиграешь. Ну, и всем пока. Сегодня с вами была Даша и Алена.